Уважаемые коллеги, директора, сегодня на каждом из нас лежит очень большая ответственность. Мы в ответе за все, что происходит у нас в стране. Я не был в этом году председателем избирательной комиссии, но я точно знаю, как по указанию из исполкома подписываются все цифры, необходимые в протоколах. Поэтому я прошу вас, уважаемые педагоги, написать коллективное обращение в прокуратуру с требованием привлечь к ответственности лиц, которые отдавали преступные приказы. И написать обращение с требованием произвести пересчет голосов. И уверен, что ни один протокол не совпадет с тем количеством бюллетеней проголосовавших, которые лежат в запечатанных пакетах. Уважаемая Наталья Ивановна, вы председатель Совета Республики. Я прошу вас инициировать проведение повторных выборов, чтобы не запятнать честь нашего города и запятнать честь гимназии номер один. И чтобы на воротах гимназии номер один не висели золотые медали выпускников. Я не хочу, чтобы на заборе моей школы висели золотые медали выпускников 10-й школы. И с гордостью прийти 1 сентября на линейку. Уважаемые земляки-шахтеры, спасибо вам большое за то, что вы проявили мужество. Солигорск. Мы вместе. Вместе мы победим. Слава героям!